Уже привычно неприятные новости сегодня из Одессы. Перестрелка, захват автосалона и, возможно, даже заложников. Якобы вот так отношения между собой выясняли бойцы одного из батальонов. Что произошло на самом деле, кто стрелял и почему, знает Андрей Анастасов, наш корреспондент в Одессе. Все произошло в районе Пересыпи около 11 утра. По данным полиции, между собой повздорила группа молодых людей. Их было шестеро. Конфликт якобы возник на бытовой почве. По какой именно причине, правоохранители не уточняют. Известно, что парни не из Одессы и ранее служили добровольцами в батальоне «Айдар». Один начал стрелять из травматического пистолета. Один из осіб зробив декілька попереджувальних пострілів, як він говорить зі слів. В повітря для того, щоб вгамувати гарячі голови своїх товаришів. Далее, по данным полиции, произошло то, что и вызвало наибольший резонанс. Двое парней, в том числе тот, который стрелял, забаррикадировались в автосалоне. Он расположен рядом. На контакт правонарушители не шли, поэтому была проведена спецоперация. Був задіяний спецпідрозділ «Корт», який взяв штурмом помешкання, де знаходились ці хлопці. А вот очевидцы говорят, что конфликт со стрельбой произошел между двумя группами молодых людей. Одни якобы стояли во дворе дома, а другие подъехали на машине. Они стояли здесь, получается, за воротами, получается. И вот эти люди, которые приехали на Volkswagen, они, получается, начали стрелять по нему, они начали отстреливаться, получается. И потом он перепрыгнул за стенку, и они, получается, попали в автосалон. И там уже начались боевые действия и так дальше. Где истина, сказать пока сложно. В полиции утверждают, что пострадавших нет, двое парней задержаны, и пока все это квалифицировано как хулиганство. При этом выясняют, и с какой целью айдаровцы прибыли в Одессу. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности недели. Телеканал «Интер».